Ребята, я хочу вам показать, как и чем я нарезаю резьбы. Резьбу. Вот купил вот такой держатель метчиков, но только поменьше. И я его разобрал, и вот эту ось, которая внутри идет, я его сточил под трехгранник, потому что раньше я нарезал напрямую, шуруповертом захватывал хвостовик метчика, и у меня кулачки у шуруповерта, ну, другой шуруповерт был, не этот, стерлись. Вот. И, соответственно, вот этим лучше намного быстро нарезать. Сейчас я буду показывать вам, как я это делаю. Чтоб не придумали про нас. По кругу шел стакан с вином. В последний вы теперь далеко, далеко, вы теперь от меня. Мои друзья, мои давнишние друзья, с вами быть, с вами. Шуруповерт у меня поставлен на 15, на затяжку примерно 15. Ну, это почти край. Кому время дорого, пользуйтесь моим советом. Очень удобная штука. Я его давно хотел сделать. Вот, и делал я его, по-моему, в прошлом году. Вот, кто-то скажет, может быть, мол, типа, тормозишь, пользуйся обычными держателями. Или вот и тем. Такими. Ну, что я вам скажу, пользуйтесь вы сами, а мне мое время дорого. Все, все отверстия, которые здесь у меня сделаны, здесь, имеется в виду не отверстия, а резьбы нарезаны вот в этих местах, а также в портале. Вот здесь вот, сколько отверстий вы можете, ну, сколько резьбы вы можете сами увидеть. Кто-то скажет, что ты сломаешь. Нет, вы как раз таки сломаете обычными держателями, когда будете вручную все это делать, как раз таки вы и сломаете метчик. Я еще ни один метчик не сломал таким методом. Как-то так. Кстати, дополнил, на AliExpress я брал еще вот такие вот метчики, то есть это сразу же сверло плюс метчик для шуруповерта. Очень удобно. Ну, я уже резьбу нарезал, но это скорее для тонкостенных труб, там, ну, для тонкостенных материалов, там, допустим, не больше 3 миллиметров, наверное, я бы сказал. Вот, очень удобно, сразу же засверлил. Правда, сверлить, ну, приходится, конечно, на однерке, вот, чтобы не прокрутить сразу резьбу. Вот, ну, удобно, в принципе, мне понравилось. Здесь я брал от М3 до М6. 4 штуки для пробы. Нормально.